Знаете, так получилось, что 48 лет назад, в этот самый день, когда мы записываем это видео, я впервые помолился так называемой молитвой грешника. Впервые в жизни я поверил в то, что Иисус умер за мои грехи и воскрес из мертвых, когда мне было 16 лет. Но я лгал во второй части этой молитвы, когда сказал, что буду следовать за Господом до конца своих дней. И я не имел это в виду. Я был согласен с первой частью молитвы. Впервые в жизни я поверил, что Иисус умер за мои грехи и воскрес из мертвых, но вторая часть, я не был честным в этом. И затем я говорил об этом с Богом в ту ночь и сказал, «Ты знаешь, когда я прихожу домой, я принимаю наркотики». И так далее. Если ты не хочешь, чтобы я делал это, не позволяй им оказывать какой-то эффект. И это привело к 5-недельной борьбе за мою душу и к окончательной капитуляции перед Богом. Так как насчет молитвы грешника? Является ли она библейской? Правильно ли она? Ну, она не библейская в том смысле, что в Библии не написано «Помолись этой молитвой, и ты будешь спасен». Это не по-библейски. И она может вводить в заблуждение, потому что люди думают, «О, все, что мне нужно, это просто произнести слова. Я произнесу слова, и все. Я сказал, что мои грехи прощены, что я иду на небеса, и все». Это может быть очень большим заблуждением. Что сказано во второй главе книги Деяний, в 38 стихе, когда израильтяне спросили Петра, «Что же нам делать? Твое послание убедило нас». Он сказал, «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Итак, да, это определенно то, что Бог повелел нам делать. Покаяться, поверить и креститься. Однако, молитва грешника может помочь кому-то понять, что значит то, что они грешны в Божьих глазах, во что они верят и что они исповедуют сейчас, что Иисус будет их Господом. И в 10 главе послания к римлянам сказано, что если мы верим в сердце, что Бог воскресил Иисуса из мертвых и исповедуем Его как Господа, мы будем спасены. Итак, если мы помогаем кому-то произнести эти слова, и это искренняя молитва от сердца, крик о спасении, это может быть здраво. Но если эту молитву использовать неправильно, это может быть нездраво.